Итак, представляю вам наш набор. Ну, в данном случае это сэмпл, электронный таракан. Сейчас я вам покажу, что внутри, какая в нем информация будет, и, ну, в принципе, начнем. Так. Значит, инструкция включает в себя полное описание того, как собрать робота. Там также будут схемы приложены, описание, пошаговая инструкция, то есть все, что шаг за шагом. Так, далее. Ну, непосредственно детали. Ну, в пакетиках, не в пакетиках, в общем, это не важно. Тут целая куча пакетов со всеми деталями. Конденсаторы, транзисторы, диоды, светодиоды. Ну, бокс. Двигатели. Можно использовать свои. Печатная плата, как видите, она уже заложена, дырочки уже сделаны, осталось только также на всякий случай мы включили набор, ну вот дополнительные монтажные термоклише, которое можно будет взять и проверить правильность дорожек, кто куда ведет, чтобы на всякий случай убедиться в правильности. Если дорожка вдруг при пайке порвалась, вы сможете с помощью этой бумажки все проверить тщательно и исправить.